Сегодня, 14 декабря, в преддверии Нового года, торговый центр «Маскарад» проводит беспрецедентную всеми любимую акцию «Ночь шопинга». На улице метет метель, холодно, а в торговом центре «Маскарад» сказочно тепло и уютно. Приятно удивляющие цены на этикетках брендовых вещей, детский модный показ, конкурсы, шоу, заряд позитива и положительных эмоций – это далеко не полный список того, что подготовили для аскачан организаторы ночного шопинга. Не удержалась от соблазна приобрести новую вещь и я, Мария Шевлякова. Началась счастливая ночь с детского модного показа. Очаровательные маленькие модники и модницы дефилировали перед зрителями в новой коллекции от магазинов детской одежды и обуви, карамели и осьминожки. Я пришла с мамой в магазин «Маскарад» и не знаю, какое мне выбрать платье, потому что все они красивые. Сразу же после показа бутики наполнились довольными покупателями. Кто-то сразу направлялся в любимые магазины за знакомыми брендами, а кто-то решил не упускать такую счастливую возможность и пройти сразу по всем павильонам. Как вам ночь распродаж? Отлично! Спасибо торговому центру «Маскарад» за такой сюрприз. Такие отличные магазины, отличные скидки. И мне теперь не надо ломать голову над тем, что мне одеть на Новый год. А мне теперь вообще целый год будет что одеть. Супер цены, все понравилось. Отличная программа, детки такие милые выступали. Розыгрыш супер, я обязательно поучаствую. Классно, все понравилось. Спасибо торговому центру «Маскарад». Положительных эмоций, которыми был пропитан воздух, кружилась голова. Счастливые лица покупателей мелькали в каждом бутике, но организаторы решили не останавливаться на одних только скидках и модном показе. Для всех посетителей торгового центра было приготовлено несколько приятных сюрпризов. Каждый час вручались подарки за самый большой чек. Счастливые покупатели получили незабываемые подарки – билеты в аквапарк, шикарный букет цветов, сертификаты от магазинов. Как вам сегодняшняя ночь? Замечательно пришла, телефон купить, а тут и подарок выиграла, и музыку хорошую послушала. Ощущения очень незабываемые такие. Сегодняшней ночью все посетители торгового центра «Маскарад» ушли домой счастливыми. Положительные эмоции буквально переполняли каждого, а торговый центр «Маскарад» готовит для своих любимых покупателей новые сюрпризы и приглашает провести все новогодние каникулы с 1 по 8 января.